Здравствуйте, друзья! В этом видеоуроке я покажу вам, как можно в свой сайт встроить видеоролик. Делать мы будем это с помощью FLV-плеера. Итак, перейдем на сайт gdd.ro. Здесь у нас есть бесплатный Flash FLV-плеер. Кстати, он еще воспроизводит и MP4 видеоролики. Чтобы скачать этот плеер, опускаемся ниже и нажимаем вот эту кнопочку Download GDD FLV Player. После того, как мы распакуем архив скачанный, у вас будет вот такая вот папочка. Что внутри этой папки? Во-первых, пример плеера. Так, дальше. Сам плеер. Всего 11 килобайт весит, так, и декодер. Вот такая вот штучка. Здесь сразу же можно обозначить размеры, которые необходимы, так, размеры плеера, так, буфер, звук по умолчанию, так, адрес плеера. Если вы будете использовать на своем сайте плеер, то необходимо указать полный адрес до плеера. Так. Картинка, трекер URL и реклама Google AdSense. После того, как настроите, нажимаете «Сохранить настройки». Теперь сам генератор кода. Так, нам необходимо ввести заголовок, адрес видео, так, и еще другую информацию можем добавить. Точно такой же генератор есть здесь же, чуть ниже на сайте. Вы видите, точно такой же, да? То есть, по сути, мы могли скачать папку только вот ради этого файла 11 килобайт, который весит. Так. Давайте мы этот файл сразу скопируем. Так. Это сам флеш, файл флеш проигрывателя, FLV проигрывателя. Так. Я создал на рабочем столе новую папочку Lessons, дерево папок, так, куда я положу свой будущий плеер. Так, плеер я положил. Теперь мне необходимо положить здесь рядышком видео, которое я хотел бы воспроизводить на сайте при помощи данного проигрывателя. Есть у меня видеоролик, правда, он в формате VMV, Windows Media. Нам необходимо его конвертировать. Сконвертировать можно с помощью программы X-Media Recorder. На сайте компьютерных уроков вы, кстати, можете найти урок по данной программе. Открываем эту программу. Она в портабловой версии. Так, дальше. Открываем видеоролик. Он у меня на рабочем столе, видео называется, так. Дальше выбираем профиль YouTube. Дальше либо MP4, либо FLV формат. Ну, можем и тот, и другой попробовать. Давайте для начала возьмем MP4. Так, MP4. Нажимаем «Добавить задание», так, и «Обработать». Пожалуй, с помощью программы мы сразу же создадим в FLV формате. Так, какой тут профиль выпадет? 640 на 480 возьмем. Так, добавить задание, декодировать. Окей, программу можно закрывать, она нам больше не нужна. Два этих видеоролика мы перемещаем в папку с нашим флеш-плеером. Ну что, осталось только создать HTML-страничку, на которой будет воспроизводиться данных два видеоролика с помощью флеш-плеера. Давайте создадим новый файл
Так, это мы сделаем при помощи программы Adobe DreamVR. Так, новый HTML файл. Зайдем в страничку, как ставить эти видео в свой сайт. Далее. У нас первое видео будет видео MP4. Так, а второе видео у нас будет FLV. Копируем название нашего видеоролика. Так, и при помощи генератора, либо на сайте, либо при помощи того генератора, который мы скачали, создаем код плеера. Код HTML, код для плеера. Название видеоролик. URL просто видео mp4. Если у вас видео лежит в какой-то папке, то естественно нужно прописать полный путь до этого видео. Далее. Ну, в принципе, это и все, что нам необходимо. Сеттинг, настройки мы уже настроили. Так, генерируем HTML код. Дальше копируем его, этот код, и вставляем в свою HTML страничку. Так, это выделим заголовками. H1. Второй плеер можно просто скопировать. Первый, так. И во втором плеере просто изменить окончание MP4 на FLV. Так, во всех местах, где оно тут прописано. Только в одном месте, да? Ну, в принципе, все. Файл. Сохранить файл как? На рабочий стол. Папка Lessons. HTML15. Файл назовем индекс. Сохранить. Обратите внимание, сейчас папка лежит на локальном компьютере. И поэтому сейчас воспроизводиться видео не будет. Можем проверить. Откроем файл индекс. Видим, что есть два плеера. Так, но они не работают. Не работают, потому что сам файл флеш-плеера создан для работы в интернете. То есть на локальном компьютере он, к сожалению, работать не будет. Поэтому сейчас, чтобы наш флеш-плеер заработал, мы закачаем его в интернет. При помощи Total Commander я закачаю все файлы, то есть всю папку Lessons HTML15, так, на свой сайт, на народ.ру. Так. Соединяемся. Здесь у меня уже есть папочка Lessons HTML15. Осталось только в эту папочку скопировать все наши 4 файла. Так, ну а пока они копируются, мы откроем эту страничку на откроем страничку в интернете. Так, это сайт computerlessons.narod.ru, папка Lessons HTML15. Так. Ждем, пока закачаются оба видеоролика. Готово. Обновляем страничку. Так, появились два наших плеера. Можно нажать кнопочку Play и посмотреть видеоролик. Так, первый, видимо, загрузился. Вот теперь можно посмотреть.
Ну и второй видеоролик, точно такой же у нас, тоже можем его проиграть. Итак, повторяюсь, на сайте gdd.ro можно найти бесплатный флеш-плеер, FLV-плеер и для проигрывания MP4 файлов. Дальше при помощи кодера мы кодируем наше видео. Так, создаем HTML-код для флеш-плеера. Собираем все файлы в одной папке. Сам флеш-плеер. Так, FLV-плеер. Видео. Два видеоролика у нас получилось. И HTML-страничка. Закачиваем в интернет и все работает. Надеюсь, данный видеоурок вам пригодится. С вами был Дмитрий, сайт «Компьютерные уроки».